Что-то я сегодня увлекся и не заснял. Вот разбираю Валеру, девятку с УАЗиком уже погрузил. Достал двигатель, сердце Валеры. Вот такой кран сделал. Был у меня наподобие такого кран, только уже высох. Она сломалась. Вот свежачок, сырнячок взял. Толстую там выпилил. Тяжелый. Валера остался. Вот это уже поедет. Поправлю только и поедет. Наверное, на днях металлолом. Завтра выходной, понедельник. Я пока сегодня-завтра. Ну, сегодня, наверное, уже все. Сейчас двигатель поставлю. Поеду в баню. Сразу комплектую Валерку. Как у меня чисто стало. Там прицеп, газон, десятка, Аристарх, этот газон. Зато АК, еще одна АК, еще одна АК. Охереть. Ну, тут крылья все есть, двери все нормально. Только покрасить надо. Стекла вставить. В общем, одна АК появилась. Вон сколько пропало. Вот сегодня вчера. Ну, вчера я эту девятку разбирал. А сегодня вот погрузил, все окучил. И Валеру ёбаю. Ну как ёбаю, начал разбирать только. Вот двигатель открутил, до капотину снял. Все, вроде все. Вот у меня кресло тут есть. Сегодня жарко. Не знаю, сколько градусов, но жарко. Вот я сижу, курю в кресле. Ну что, все.